Всем привет, ребят! У нас для вас супер предложение, супер акция. Мы бы хотели вам предложить туры по Словении и Черногории с 50% скидкой. Покупайте у нас. Мы для вас бронируем самолет, отель, трансфер и, конечно же, наш комфортный минивэн по Словении и Черногории. Ребята, вы увидите с нами горы. Если это идет речь о Словении, вы увидите Альпы, увидите прекрасное побережье, где сейчас мы с вами снимаем этот замечательный ролик. Также вы увидите дворцы, замки, термальные источники. Супер будет, ребята. Также, если речь идет о Черногории, вы увидите Балканские горы и самые высокие его места. Это Савин Пук. 2 километра 313 метров, там находится горнолыжный центр. Также увидите замечательное Черногорское побережье, увидите замечательные монастыри. Речь идет о таких монастырях, как Остров, Цетинский монастырь, где хранится рука Иоанна Крестителя, а в Острожском монастыре хранится мощи Василия Острожского, ребят. Такого вы не увидите нигде, конечно же, стоит приехать туда и посмотреть. Не расскажешь никакими словами, не пишешь это, пока ты не увидишь все своими глазами. Чтобы забронировать наши туры, надо связаться с нашими менеджерами, которые будут контакты указаны, и они вам расскажут более подробно о наших акциях, о наших турах. Приезжайте, бронируйтесь, мы вас встретим, покажем все в лучшем виде, в семейных отношениях, семейными традициями. Так сказать, теплый прием вам обеспечен, ребят. Приезжайте. По Словении будет у вас водитель и ваш гид, покорный слуга Иван, это я. А по Черногории у вас будут гидами Валентины. У нас так сложилось, два Валентина работают в Черногории. Вам покажут Черногорию во всех ее красках. Есть видеоролики, снятые с нашими туристами в Инстаграме. Выкладываем ролики в Ютубе. Также будем делать ссылочки внизу под видео, где вы можете ознакомиться уже с нашими турами. Также есть у нас сайт Europa Travel Company. Там же вы можете ознакомиться с турами, с экскурсиями и так далее. Да, кстати, мы для вас специально проверяем все отели, чтобы не было никаких проблем у вас, когда вы въезжаете, чтобы отели у вас были все хорошие, комфортабельные, чтобы было отдыхать было, как говорится, с комфортом и в уюте в домашнем. Поэтому милости просим. Есть вопросы, задавайте, я постараюсь на все вопросы вам ответить, рассказать, если надо какой-то информации вам побольше. Также девочки вам отпишутся лично, пишите на WhatsApp, на Viber, на всех наших социальных страницах, всегда есть номера телефонов. Вы всегда можете написать и ознакомиться с нашими турами подробнее, более подробно. Ребят, сказка Балкан вас ждет. Рождественские скидки и подарки, все вас ждут. Также у нас существуют розыгрыши. Розыгрыши мы проводим регулярно, поэтому можете участвовать в наших розыгрышах. Кстати, один из розыгрышей состоится, я напоминаю, 7 января на Рождество. Поэтому мы осчастливим, как я уже говорил, не одного человека, а нескольких. Мы разыгрываем туры, поэтому все в ваших руках, ничего не надо, за розыгрыши вообще ничего, никаких не платить, не покупать, ничего не надо. Просто надо быть активным нашим участником, подписчиком, писать, комментировать, ставить лайки. И достаточно, так сказать, засветиться в наших соцсетях, допустим, в Инстаграме, ВКонтакте, мы активно ведем также Facebook. Поэтому, ребята, подписывайтесь, ставьте, как говорят, вот такие вот жирные лайки. До встречи, пока-пока с Балканом.